финансов Великобритании Риши Сунак стал новым премьер-министром Соединенного Королевства. Как пишет «Гардиан», он занял место главы консервативной партии и правительства страны фактически без борьбы. Лидер Палаты общин Пенни Мордант не смогла получить необходимую поддержку и вышла из гонки. Кандидатуру Сунака поддержали больше половины депутатов парламента от консервативной партии. Это 180 из 357. Политик сменит на посту Ли Страсс, которая пробыла в должности менее 2 месяцев. Отмечу, она уже поздравила своего преемника и сообщила, что Сунак может рассчитывать на ее поддержку. Официальное заявление будущего премьера в Палате общин ожидается в ближайшее время.